Ракета взяла старт. На лунной поверхности два космонавта. Здесь все необычно, не по-земному. Резиновая перчатка, положенная в тень, от холода становится хрупкой, как фарфор. А это происходит потому, что лунное притяжение в 6 раз меньше земного. Что же ждет наших героев на Луне? Об этом расскажут кадры нового фильма «Луна». Ставит фильм студия «Леннаучфильм», режиссер Павел Клушанцев, главный оператор Аркадий Климов. Скоро научно-фантастический фильм появится на экранах страны.